Итак, всем привет, с вами, как всегда, я, Эртекс Среди. Сегодня мы будем играть в игру под названием... Ой-ой-ой, я забыл. Сейчас, забыл название игры, блин. А, Дэч Парк. Ну что ж, погнали. Так, у нас тут новая игра. Выбираем качество. Давайте выберем среднее. И сложность нормально. Мы же нормальные люди, давайте нормально играть. Так, эффект изображения. Так, дальше. Все. Так. Вы пойдете за спастись. Он видит и слышит. Следите за его передвижением. Прячьтесь под фургонами, кроватями, в шкафах, укрытиях, чтобы выжить. Сохранитесь у игровых автоматов. Следуйте парку, знаете всю историю. Ну что, погнали. Ну, у меня только парк. Ну все, тогда погнали. Кто там ко мне стучится? Ё-моё, я уже проснулся тут. Ой, ну нифига тут у меня. Да, что-то тут графон такой нормальный вроде. Слушайте, лаги у меня, лаги, пацаны. Лаги, мне это не нравится. Давайте графику низкую сделаю. А, вот. Ну ладно, давайте это отключим. О, все, нормально пошло. Так, ну что у меня тут есть? У меня нифига нету. Бабло. Так, а кто ко мне там заперто? А нафиг ты стучишься, если заперто? Даун. Так, ну ладно, без это. Ёкарный бабай, это что такое? Ладно. Пусто. Могу спрятаться. Ох, нифига. Стоп, ты точно поставил лайк? А, ну ладно. Все, погнали дальше. Это же заперто было, алло. Нифига, у меня там кроссовки огромные. Ну блин. Что это за вообще такой жарабас? Иди сюда. Офигел вообще. Вы видели, какой наглый-то? Заперто. Он даже дверь не закрывал. Чем прикол? Возьмите. Так. В тумбочке еще ключ возьму. Так, в тумбочке ключ взять. А, он сюда ключ типа положил. Все, замечательно. Ё-моё. Заперто снова. А, ключ. Типа так он работает. Да ну! Это что такое еще? Оцените! Боже. Так, о, что, где я? Запустить аттракцион поезд. Ну пошли нафиг. Ну не, нафиг не надо. Иди нафиг. Так. Ну слушайте, графончик-то так. Ой, я. Графончик-то нормальный. Реально. Это билет на поезд. Ё-моё. Блин, что это за... Ну, блин. Ну, конечно, блин. Что же мне еще делать? Ой, я пропустил. А, нужна подсказка. Да нет, уже нифига не нужно. Блин, без тебя справлюсь. Так. Вот тут есть карта. Вон там... Поезд. Блин, это мясо какое-то, фу. Ладно, погнали дальше. Я так понимаю, это так неплохо. Вот это поезд. И чё он, блин, куда он уедет? Куда он уедет? А, он туда уедет, я думал, в бездну уедет. Ну, хоть что-то. Блин, дай забраться. Ну, что такое? Так, и получается... Мне кажется... Да, сюда надо что-то ставить, догадался. Ну вот же этот идет, блин! Да что, слепой я перед ним прям тут? Ладно. Что туда надо было вставить? Вставить? Да ну! Ой, это я, кстати. Ой-ой-ой, погнал, погнал! Да-да-да, он куда погнал? Дебил!
что, я бежать могу? Ну, слышь, он за мной бежит. Как мне от него оторваться-то? Да за мной еще бежит в рофлите. Не отрываться-то, как от него надо. Блин. Пацан, беги быстрее. Что это за трындец? Это не игра, а трындец какой-то. Тут даже бегать нельзя нормально. Да он бежит еще за мной в рофлите. Ну все, ГГ. Блин. Воров, где как мне бегать? 4 жизни. А бегать-то как? Да ладно, уже вам. Блин, я не могу тут бегать. Что за фигня? Ну как я иду как будто быстро? Ну бесит, клянусь, бесит. Может потом, блин, ну хорошо. Мне получается вообще надо туда-сюда смотреть, чтобы он, типа, ко мне не пришел. Блин. Что тут? Доски. Тут доски есть. Вау, да тут доски есть, да ну. И что, я могу его доской, типа... Блин, тут прям мясо валяется. Блин, мясо кто-то опрокинул. Так. Заперто. Да воров лети, я бы через окно пролез. Заперто им тут. Так вот. Ладно, погнали дальше. Что за... Вообще нифига не понятно. Опа. Ща, найдем. Здесь отверстие, которое зашили. Зашили, а что, разорвать сложно? Блин. Он со своей ерундой задрал уже. Блин, как будто разорвать не может. Ну, под поезд спрятаться. Опа, на. Фига, баблишка. Уа, 10 рублей. И все, я богат. Так. Ну, он по мясу вскарабкался, но она не, да вообще капец. А что тут у нас? Какая-то скрытая штучка. Короче, Габелла. Дэч парк. Нельзя курить, собак нельзя и пить нельзя. Типа, пиво. Так, вот она снова баблишка валяется. Подберем. 2 рубля! Ну ладно, чё? Капец. Нифига тут нету. А вот тут что-то есть. Для еды. Какой-то пес есть. Еще птички такие. Блин, громкие птички какие-то. Ну, доски я нашел. Чем мне эти доски дадут? Ну, сейчас давайте тут посмотрим. Мы пойдем куда-нибудь в центр. Блин, я такой любопытный, все так осматриваю. А там где-то этот клоун ходит. Так, еще денежки. А может, клоуну денежки дадим? Он, типа, добрый станет. Это мои шаги, блин. Может, он реально добрый станет. Я ему там отсыплю пару копеечек, он подобреет. Так. А что тут у нас? А ничего. Так. Ну, снова баблишка. Ну, что-то не густо. Погнали дальше что-то осматривать. Ну, блин, я думал, игра интересная будет. Такая-то фигня тут. Что-то осматривать, что-то искать. Вообще прикольно так-то. Графон нормальный вроде. Атмосфера тоже нормальная. Ладно, погнали куда-нибудь в центр. Вот туда. Сейчас, стоп. Тикет. Может, что-то тут найдем. Куда бы нам нужны... Это у нас что? Что это у нас? Даже не отображает, что это. Кино, палатка, еду и колесо.
Погнали куда-нибудь, что ли, в... Что это такое? Типа пол такой? Музыкальный у нас. Погнали, что ли, в центр тогда сходим. Получается. Ну, куда-нибудь сюда. Тут я еще не был. Снова я что-то не нашел скрытую. Дай пройти. Что сказать, вот тут сцена у нас. Что? А что это? Типа проектор такой? На сцене нифига. Слайд. Ну, может, это все где... Ай! Я посрался! Да вы что так вообще? Блин! Можно так до инсульта довести? Блин, ну я слышу, что-то бежит такое, оборачиваюсь, а там эта фигня. Не, пацаны, я эту игру не буду проходить, я просто так, как обзорчик, что ли. Не, вы знали, как я обосрался, это вообще так знатно, знаете, так что спокойно тут эта фигня вбегает. Блин, это, блин, полный. И поставьте лайк, подпишитесь, наверное, за такое, ё-моё. И прям даже нормально присрался. Хороший хоррор. Скачивайте. Вам посоветую тут походить, блин. Испытать свои нервы на прочность. Вот тут поезд. Ё-моё. Так, давайте теперь найдем вот... Там нифига уже. Что-то тут светится все-таки. Что светится? Тут поезда нету и все. И больше ничего нельзя сделать. А я сюда провалился. Что, вылезти не могу? Где я могу вылезти? Фу. Ну что ж, погнали. Сюда снова. Получается, у меня вот этот слайд. Так и не понял, могу ли я его... О! Так, и... Причем они... В городе. Кстати, там цифра 8. Цифра 8 было написано. Чё, пацаны, я сейчас запишу, секундочку. Так, мне бы записать надо куда-нибудь. На всякий так пожарный, вдруг что-то интересное будет. Записал. Погнали дальше смотреть. Так. Тут я пролезу, наверное. Не, нифига, я жиродяй, нафиг мне пролезать. Он тут как-то появился, может, он тут где-то ходил, бродил, я его не заметил. Так. Давайте посмотрим, что теперь. Что, я не могу сюда пройти? Ну-ка. А почему пройти ты не можешь? Туда не можешь. Опа. Так. Да что там? Нельзя пройти, что ли? Так. Ну, снова. Фигня. Опа-на. О! Да блин, я могу сохранить. Что за ерунда? А, у меня... Ну ладно, пофиг, забейте. Так, ну тут... Тир? Тир, не больше ничего. Ну тут тупо можно спрятаться, думаю. Ну, тут понятно, что туда нафиг-то.
Я здесь разобьюсь. Я здесь разобьюсь. Так. Ну, вроде тут больше ничего такого-то нету. А, ну я здесь был. Так, я сюда забраться не могу. Так, а тут что? Тут нифига, тут нету. Тут все закрыто. Я нифига не могу. Лодка, колесо. Ну давайте на лодку сходим. Получается. Если вот вдруг замечаете, что я повышаю голос, нет, у меня просто на смартфоне слабый микрофон, и поэтому я должен говорить громко, чтобы вы меня услышали. Так, а колеса где у нас? Ну, это лодки, да, получается? Я не знаю, может, это перевод такой кривой. А где лодки? Ну, вот, получается, это лодки, а колеса какие? Вот это колеса? Я не понимаю, блин, у меня лагает. Нифига вообще не понимаю. Блин, по мясу звук такой неприятный. Представляешь, к тебе кто-то бежит с таким звуком. Ну, слушайте, обосраться тут можно. Один. Ну, давайте я один тоже запишу. Это так. На всякий пожарный отмечу. Так, ну для еды у меня нету. Что-то клоуна найти-то не могу. Блин, у меня уже галюны пошли. У меня клоун везде кажется. Бери монетки. Я так понял, здесь нельзя стоять. Стоять здесь очень опасно. И т.д. А, блин, я эту фигню не заметил теперь. Так, что у нас тут? 42. Ладно, пофиг, не буду нифига записывать. А, тут... Ну, это получается колесо, я так понял. Что-то музыка то громко, то не громко. Опа. Да что это за фигня такая? Ну нафиг я эту фигню открыл, блин. Не, ну прикольно она такая, шик-шик, и обратно такая встала. Блин. Бесит меня этот идиот. Тут нифига. Блинский, ну ё-моё! Так, ну тут я спрятаться могу, тут так-то никого нету. Давайте снова это колесо грёбаное найдем и... Блин. Даже заговариваюсь. Короче, погнали искать дальше это колесо. Колесо, лодка, ну погнали. Значит, сюда. Тут нету. Вот тут что-то. Да, вот тут я... Ну как? Нифига тут колесо! Ограда выглядит очень проще. Да что, не перелезть ему, что ли? Блин. Ну ладно. Я так понимаю, тут кроме этого нифига больше. Давайте снова колесо запустим и как-нибудь сольемся быстренько. Я так понял, с этой стороны прибегает, а мы можем быстренько убежать. Все, валим. Ну я в тупик, да, я забежал? Да, я забежал в тупик! Он не бежал за мной теперь. Я в тупике. Не особо приятным, честно говоря. Ну пофиг, что ли?
Ну и ему теперь пофиг. Давайте еще раз запустим. И быстро бежим. Давайте надумаем, куда мы побежим. Побежим сюда. Все, это все. Но в первый раз как-то интереснее было. Ну что, мне больше тут нечего делать, получается. Ну вот он. Все, он за мной бежит теперь. Ну я слышу его шаги сзади себя. Он за мной бежит. Да, бежит еще. Давайте попробуем от него оторваться. Вдруг получится что-то. А давайте под поездом спрячемся. Там же можно было вроде прятаться. Нет, под этим никак. А, он больше не бежит за мной. Вот он. Куда он так быстро идет? Ой. Он ходить умеет. Ходить научился. Так, а где он? Я его потерял из виду. Я его потерял! Где он теперь? Что за ерунда, блин? Я потерял его, блин. Ну ладно. Пофиг. Пофиг, пофиг. Как эти запустить? Эти, я так понимаю, никак не запустить. Че, давайте еще какую-нибудь фигню сделаем. Я думаю, можно заканчивать уже на этом. Будет. Но я его из виду потерял, он где-то там сидит, короче, теперь. А, вот он! Нифига его не потерял, я прям ему по следам, по-моему, шел, нет? Тут такой тыщ-тыщ-тыщ. У него такая походка лунная. Все, он за мной побежал! Да отвали от меня! Кусок говна! Блин! Что будет, если я спрячусь куда-нибудь? Сейчас, давайте я куда-нибудь найду я место. Нет, тут не спрятаться мне. И тут нет. Ща, ща, ща. Тут вагончики где-то были. Вот вагончик. Не знаю, спрячься под ним. Да ну, ладно. Ну что, еще за мной? А вот я тут мог спрятаться. Давайте еще раз. Еще один кругаля дадим. Мне прям в спину дышит. Где он? Вот он. Я из виду потерял, что? Где он теперь? Типа я перед ним спрятался, меня тупо из виду потерял. Ну где его искать теперь? Лопата торчит. Да не, все. Короче, все понятно с ним. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был RTX Redeem. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!